Мужчины считают, что успех Алексея Аграновича в его секретном оружии. Разобрать калашников вы можете? Мне нравится этот процесс очень. А женщины думают, что он сам по себе награда. Ого-го. Приз в номинации «Лучшая мужская роль». Но сам Алексей уверен, что все дело в его главном качестве. И в качестве ведущего, и в качестве режиссера, и в качестве продюсера, и в качестве кого угодно. «Правда-24». Смотрите в субботу в 18:30.